Музыканты общаются на непонятном совершенно языке. Но для нас, профессионалов, понятен этот язык, и мы знаем, о чем идет речь, и каким образом можно общаться с музыкантом других стран. Связующим звеном является музыка. И вот эта же музыка, она является и связующим звеном между армией и между гражданским населением. Вот оформление сцены тех времен, это февраль. Лирика очень высокого уровня, она больше воспитывает человека, она больше человека волнует, чем какое-то надуманное, тяжелое, громоздкое произведение. Это не есть лучший вариант для воспитания. Thank you.